Поменять официальный формат общения на непринужденный. Бизнес-завтрак с главой муниципалитета Андреем Ивановым позволил предпринимателям малого и среднего бизнеса передохнуть и сконцентрироваться на главном. В Московской области более 1 000 000 человек занимаются малым и средним предпринимательством. Одинцовский городской округ на лидирующих позициях. Это свыше 20 тысяч субъектов. Мы занимаем 1 место по налоговым отчислениям от субъектов малого и среднего бизнеса. В нашем бюджете это более 50%, что говорит о том, что наша экономика не привязана к какому-то конкретному одному или двум градообразующим предприятиям. За столом 7 предпринимателей. Их бизнес успешно развивается на территории округа. Подобные встречи позволяют напрямую рассказать о своих проектах и обсудить возможности государственной поддержки, если таковая необходима. Впрочем, для МСП как в Московской области в целом, так и в муниципалитете мер существует немало. Например, только в 2019 году на участие в областных конкурсах на предоставление субсидий подали заявку 15 бизнесменов муниципалитета. 5 получили как раз за счет средств областного бюджета. Это возмещение затрат на приобретение оборудования. До 30% все предприниматели могут возместить стоимость покупаемого оборудования, связанное с производством или модернизацией. На муниципальном уровне представителям МСП также можно поучаствовать в конкурсах. Сложности в оформлении и подаче документов тоже не должно возникнуть. Все вопросы можно уточнить на официальном сайте администрации и прийти лично. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».